Сегодня у нас необычный рецепт, необычный для нашего гастрономического проекта. А все почему? Потому что впервые мы представляем рецепт напитков. Это будет детокс-вода и лимонад. Детокс-вода отличается от лимонада только тем, что лимонад более сладкий, а детокс-водичка – просто витаминизированная вода. Мы же устаем воду одинаковую каждый день пить. Для того, чтобы разнообразить и заставить себя пить воду, мы делаем такую водичку, которая не только витаминизирует, но и очищает. Мы режем лимон, апельсин и огурец. Но мы будем это делать все в разные графины, поэтому просто пока режем. Давай я буду резать огурцы. Огурцы у нас будут базиликом и лимоном. Чем тоньше, тем лучше, да? Мы это все разрезаем, потому что тем больше будет у нас сока. Для красоты решили не рвать листочки, а взять маленькие. Сейчас добавим, и они у нас будут нарядные, красивые, получится лимонад. Дальше можно немножко помедитировать, например, да. Смотрите, забираешь ложку из графина, и там это все плывет, это все движет. Такой лайфхак, если вдруг льда не хватает, а хочется добавить чего-нибудь холодненького, то... Минут 20 настоится, и уже можно подавать. Хотя бы, да. Если есть лед, можно добавить лед перед подачей. Но у нас тогда, в принципе... Смородина. Второй лимонад у нас будет... С апельсина, мята и лимон. Апельсин, мята, лимон такой. Режем апельсинку, тоже кружочками. Просто все добавляем. Мяту также можно добавить только мелкие листочки, а можно и целиком веточку для красоты. Знаете, еще происходит и цветотерапия, и ароматерапия, потому что на эти красивые природные краски очень приятно смотреть. Ну и плюс разрезанный лимон, разрезанный апельсин, мята, все это ароматический такой дает эффект, поэтому удовольствие будет не только у тех, кто этот лимонад употребляет, но и в процессе приготовления тоже количество эндорфинов возрастает. И пить сразу хочется, да? Да, да, да. У нас готово 2 графина детокс-водички, а прямо сейчас мы готовим лимонад. Катя, в чем принципиальное отличие? В лимонад уже можно добавить сок, прям выдавить, и плюс его можно подсластить. Кто-то делает сахар, мы делаем сироп на топинамбуре, можно кленовый сироп, любой сладенький. Финиковый и так далее. В принципе, даже ложку меда можно добавить, это тоже будет натуральный подсластитель. Картинку выдавливаем. Туда же мяту. Сиропа топинамбура мы для начала добавляем 1 столовую ложку. Ну а дальше по вкусу. Что, наши напитки готовы, такие сочные, красочные, аппетитные. Что касается области применения, то их можно готовить по очереди, можно заменять ингредиенты одни на другие или просто их исключать. Но еще можно их предложить гостям в качестве такого аперитива, в качестве бара, ПП напитков.